Эй, всем привет, меня зовут Дмитрий, это канал Кода ТВ, и сегодня мы попробуем быстренько пройти театр Механикуса, а именно этап номер 5. Возвращение пары ласточек. Есть одна особенность в этапе номер 5, вообще это можно сделать попозже, но я буду пробовать делать это сейчас, и без потерь, к сожалению, не обойдется, но таков путь. Вот, что у нас тут есть? Здесь в этом этапе нужно построить всего 12 механиков, чтобы получить доп. Чудесные талисманы, которые нам нужны для покупки ивентовых предметов. Вот. И я сделал одну глупость, я не посмотрел, какие у нас начальные эти... Какие вообще мобы будут идти. Но будем застраиваться хитрым образом. Так, поставлю здесь водичку. Вот здесь вот еще одну водичку. Бокам поставлю крио. Еще один крио. Так, соответственно, то же самое сделаю на той стороне. Поставлю водичку. Поставлю еще одну водичку. Поставлю крио. Он чешется. И поставлю еще одну крио. Угу. И мы можем построить еще 6 механикусов. Я сделаю 3 тут и сделаю 3 там, получается. Правильно я посчитал, да? Вроде да. Так. Начинаем этапчик. Так, ставлю вот здесь вот один водный. И по 2 крио поставлю. Посмотрим, получится ли таким образом пройти. Кстати, мне повезло. Эта волна без мобов с щитами. Могла бы пойти волна с мобов с щитами и там... Ага, я ошибся. Я не досчитался. Не, надо меньше. Надо один вот здесь вот разобрать. Получается 2 таких. И 2 таких на другую. Нам же надо 12 построить. Не более 12, чтобы выполнить квест. Так, сейчас пойдут очень противные мобы. Так, что у нас теперь есть по бафам? Берем Крио. Крио. Ага. Интересно. Но попробуем. Сомневаюсь, что мы сейчас, конечно, пройдем. Не пропусти все. У нас так чешется. Чувствуют пизделяторы. Но наша задача изначально и не заключалась в том, чтобы осилить этот этап без потерь. Наша задача была в том, чтобы закончить за 12 и получить талисманчики. Так, нам нужно крио и вода. Крио и вода. Крио и вода. Так, водный за 1,5. Нифига там моб шустрый. Он пробежал, нет? Что-то я не увидел. Вроде нет. Так, еще один водичку берем. Нажимаем продолжать испытание. Ага, ну вот мобы с щитами пошли. Это грустненько, но я надеюсь, что мои турелечки справятся. Или не справятся, потому что вижу один уже один претендент на то, чтобы убежать. Да, один пробежал все-таки. Хотя здесь, кстати, не прошел. Ну ладно. Так, водичка. О, еще одна крио за 1,5. Кстати, я мог бы их вполне спокойно просто выбросить туда в канал. Но я этим заниматься не буду, так как я ленивый. Я ленивый Джон Ли. Я все это мозгами прохожу. Не царское это дело. Механикусы. Сражаться. Некс. И у нас здесь идет дальше. Дальше мы нажимаем начать раунд.
О, тут у нас братки-бегуны, да? Которых мы никак не остановим. Даже если очень захочем. Или остановим. Хотя нет. Очень много у нас, кажется, сейчас пробежит. Или нет. Или да. Так, у нас... я сделал одну фигню. У меня целая куча бафов была, а я их не заюзал. Это, конечно, был мой большой косяк. Я завтыкал немножечко. Было очень интересно смотреть, как они будут бегать. Поэтому я затыкал. Так, водичка, водичка. Крио и водичка. Так, что у нас? Последний этап будет состоять из 6 врагов. Но мы по-любому прошли. Даже если они все просто пролетят мимо. Мы все равно пройдем этот этап. Но хотелось бы с минимальными потерями пройти. Так. Every journey has its final day. Don't rush. Еще полторы водичка. Ну, я даже не знаю, они и так вроде умирают нормально. Ну так, по приколу, давайте еще одну водичку возьмем. Осталось два последних врага. И этап закончен. Пропустили мы всего 5 мобов. Ну и сейчас посмотрим, как у нас выполнился квест на 12 механикусов. Так. Угу. Апнули уровень. Но нам сейчас это не особо интересно. Нас интересует, прошли ли мы печати. Так, нажимаем на компас. Театр, награда. Достигните уровня. Ну, это понятно. Да, мы выполнили. Пройдите уровень на сложности 5 и выше, построив не более 12 механикусов. Мы прекрасно справились с этой задачей. Так, что у нас еще тут? 7, 9, 6, 6 испытание, да? То есть 6, 400 и выше. Ну, в принципе, мы свою задачу на этом этапе выполнили. Дальше смотрите следующее видео. А на этом пока все. Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте заходить в Discord или ВКонтакте, добавляться. Почему? Потому что если у вас возникли какие-то вопросы, какие-то предложения, может, вы что-то хотите чем-то поделиться, вам проще это будет делать либо в Discord, либо ВКонтакте, нежели вы будете что-то мне писать в YouTube, и я не всегда могу ответить на... или не всегда быстро ответить на ваши комментарии. Поэтому, ну, вот вам одна подсказочка, что делать. Вот, не забывайте нажимать на колокольчик, естественно. Это, ну, как без колокольчика. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока и до новых встреч.